В преддверии Дня добровольца Московской области, который уже 8 лет отмечают 29 октября, в волонтерский штаб городского округа Люберцы поступила просьба от 98-летнего жителя Малаховки Ивана Новичихина. Участник Великой Отечественной попросил навести порядок на своем дачном участке. Волонтеры сразу откликнулись. Тему продолжит Богдан Колесников. Кавалер Ордена Отечественной войны Иван Новичихин не ожидал, что волонтеры настолько быстро отреагируют на его просьбу. Познакомившись с ветераном, ребята выслушали пожелания по уборке территории. Здесь у меня сад, вот там он зарастает, да? Вот эти тополя, вот там желтые листья сверху, вот эти вот, это надо будет... В Малаховку семья Новичихиных переехала более 40 лет назад. И сад стал любимым местом для отдыха. Иван Георгиевич вместе с супругой Верой Тихоновной высадили здесь плодовые деревья. А в теплицах каждый год собирали урожай овощей. Супруги вместе почти 70 лет. И сейчас самостоятельно ухаживать за участком уже не по силам. Пока здоровье было получше. Вот, я с удовольствием это делал. Ну вот дожил до такого возраста, что 98 лет. Ребята пришли, конечно, навестить меня и оказать помощь посильную для них. И спасибо им и всем им, этим молодежи, которые не забывают нас, таких участников Великой Отечественной войны. Люберецкие волонтеры, студенты техникума экономики и права, спилили на участке сорняковые деревья, скосили траву и убрали придомовую территорию. Войне, наверное, приятно помочь людям, которые прошли войну, которые дали жизнь нам, как подрастающему поколению. Волонтеры Подмосковья всегда рядом и всегда готовы прийти на помощь в любой сложившейся ситуации. А всем ветеранам в лице Ивана Георгиевича и Веры Тихоновны хотелось бы пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой. К региональному движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились уже более 3500 человек. Это школьники, студенты и просто неравнодушные люди. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.